Bine, s-a dat acolo. Da, bine, bine. El. Стараться не расслабление, а не раз, два. У вас же все происходит. И... Да. Важно. Расслабление. Это не страшно. Это не страшно. Но если другой противник будет делать все-таки больше как с кумитетом, то есть это все-таки кумитет, но ограниченный кумитет. Да? То есть вы встали, движение туда. И пока рука еще там, уже контратака. Да? Сюда. Достигаете его на камеру, а вы не берете. Ну, то есть там одно переходит в другое. Вы чуть-чуть подольше встаньте. Еще раз это надо, смотрите, движение. Вот, вот туда, вот блок. Раз. Все. Да. Удар. Кимон. Расслабление. Удар. Расслабление. Не раз, два. А раз. Понятно, да? Крис, вот уточняешь вопрос. Я правильно понимаю, что в принципе, если в наше время пройти, из вот этих вариантов, вот это мы можем заменить на обычный друг, на обычный антитекст. Пам-пам. Ну да. А это будет стартом для следующего удара. В принципе, не вот так делать, а вот так. Раз. Так и есть. Ну, посмотрите, вот сюда. Вот спокойно. И еще. Ну да. Я как раз и говорю. Так и есть. Все время на даче чуть-чуть протягивать, чтобы он успел, и сразу на даче это будет смотреть именно на ногу.